Отже, на телеканалі «Репортер» час економічного діалогу, розмови з експертом, з нашим провідним, доктор економічних наук Сергій Якубовський, на зв'язку. Ради вітати. Під час війни, як завжди, обговорюємо те, що відбувається і у нас в країні, з економікою нашої країни, що відбувається. Ну і дивимося, що там у рашистів, що там у ворогів, тому що те, що відбувається у них, нас теж цікавить. Але почнемо, Сергій Олексійович, з справ українських. Бачимо, що відбувається з паливом, бачимо, що відбувається з бензином, з ростом цін, з тим, що, ну, розуміємо, з чим це пов'язано. До цьому росту ціни, дефіциту передували нескінченні атаки на сховища з паливом і атаки на шляхи зв'язку, на залізницю. І ось маємо те, що маємо. Як виходити з цієї ситуації, Сергій Олексійович? Добрий день. Ситуація дійсно складна. Не только в той сфере, о которой вы сказали, а в целом в экономической сфере. Знаете, мы сейчас справедливо гордимся тем, как наши вооруженные силы противостоят агрессии России. Но вот я хотел бы отметить основные причины, почему, на мой взгляд, достаточно успешно в военном плане Украина противостоит агрессору. Это, прежде всего, реформа вооруженных сил, которая произошла с 2014 года. Это помощь западных экспертов при планировании операций, при получении стратегических данных, ну и военная помощь. Теперь поговорим об экономике. К сожалению, в экономике ситуация, ну, я бы сказал, прямо противоположная. Да, есть определенная финансовая помощь со стороны наших партнеров, но то, что произошло с вооруженными силами Украины с 2014 года, то, к сожалению, не произошло в экономике. То есть никаких реформ там, за последние десятилетия в экономике не было. И что самое плохое, в системе государственного управления экономикой. Вот, вы сказали, отметили бензиновый кризис. Да, действительно, есть объективные причины. Это атаки Российской Федерации на крупный нефтеперерабатывающий завод в Украине, на запасы топлива. Но скажите, пожалуйста, было ли известно, что так поступит Россия еще в начале войны? Было понятно, что они захотят нанести максимальный урон экономике. И как объяснить то, что правительство в этой ситуации ввело совершенно нерыночный механизм регулирования цен? Вот у нас, знаете, сейчас много там памятников советских сносится, но то, что сделало правительство с рынком нефтепродуктов, введя предельные цены, это ничем не отличается от политики Советского Союза касательно цен. Вот вы назвали слово «дефицит». Вот в Советском Союзе, в конце особенно существования Советского Союза, было много дефицитов. Именно из-за цен, потому что государство, пытаясь понравиться населению, устанавливало цены, они были ниже рыночных, и в результате возникал дефицит. В результате кто-то зарабатывал огромные деньги, имея возможность получать товар по заниженным ценам, а население страдало. То же самое сейчас с рынком нефтепродуктов. Разве не понимали люди, которые руководят экономикой, что у нас предложение топлива сократится из-за ударов со стороны Российской Федерации? Из-за того, что происходит в Европе. Потому что, с одной стороны, Европа нам помогает и создает сложности России в торговле с Европой. Да, там, меньше стали покупать нефтепродуктов. Но чем меньше нефтепродуктов в Европе, тем выше цена на них в Европе, тем меньше возможности получить их Украине из Европы. И при этом цена на бензин была установлена на мой взгляд, все-таки низкой цене. Да? Там предельная цена была, по-моему, около 34 гривен за бензин 95. И сейчас правительство вот
пошло на то, что увеличило там, по-моему, на 2 гривны предельную цену. Вот в таких условиях, когда ну, ситуация резко ухудшилась за 2,5 месяца, можно было отменить предельное регулирование цен на рынке нефтепродуктов или нет? Можно было и нужно было бы сделать. То есть, если бы экономисты сейчас находились у власти, то они первым делом бы ликвидировали дефицит, потому что для экономики дефицит, он крайне опасен. Опять же таки, почему? Потому что у кого есть доступ к товару, он может зарабатывать огромные деньги, а у всех остальных просто нет этого товара. И что у нас сейчас происходит? Да? Есть несколько цен. Есть официальная цена, есть неофициальная цена. Некоторые заправочные станции через различные, там, будем так говорить, махинации продают бензин 48-50 гривен. Да? При том, что официальная цена 36. Да, ну как это называется? И кто-то должен нести ответственность, потому что у нас получается так, да, успешные действия вооруженных сил, они вроде бы как оправдывают все неуспешные экономические действия правительства. Пока я не вижу каких-то положительных изменений в сфере государственного управления, регулирования экономикой. А в условиях войны экономическая сфера, она может не столь важна, как сфера обороны, но она не намного менее важна, потому что все-таки экономика, она должна обеспечивать жизнеспособность страны и армии в том числе. А когда вот такие провалы, как в энергетической сфере, то нужно ставить кадровые вопросы, нужно менять многое, если не все, в системе государственного регулирования экономики. При этом хотел бы отметить финансовый сектор. В отличие от правительства, где, ну, к сожалению, некомпетентность присутствует, Национальный банк четко проводит финансовую политику. В первый же день совершенно грамотные были введены ограничения, которые при этом обеспечили полную ликвидность финансовой системы. Да, у нас нет дефицита гривневых средств, нет проблем с безналичными, да и наличными расчетами. А вот в экономической сфере, вот мы столкнулись с топливным кризисом, посмотрим, что будет дальше, но пока я не вижу того, что правительство осмыслило свои ошибки, пока об экономике говорят мало, и это плохо. Але говоримо про це ми. Ну, ось я говорив з точки зору там бензинового кризи, ну, наводив чинники і причини, чому це відбувається, і ви також підтвердили, вдячні вам. Але ми повинні також говорити і про розрив ланцюгів. Розрив ланцюгів в якому сенсі? Ось є приклад Херсон. Херсон – це важлива така ланка в цьому економічному і торговельному ланцюгові. Там були склади з овочами, зерном. І цей весь товар, ця вся база, яку виростив Херсон, наш родючий край, це була ланка в економіці і в торгівельному шляху України. Що роблять російські мародери? Вони усіма правдами і неправдами. Ну, хтось там каже, вони запропонували гроші фермерам, але це не важливо. Я не засуджую фермерів, які віддавали все, що було на складах, тому що на Україну це б ніхто не пропустив, тому що Херсон окупований, і тому я це називаю крадіжкою, мародерством і таким тривожним дзвоником. Херсон випав цієї весни і літо, на жаль, також, я розумію, тому що посівна кампанія повз пройшла Херсонщини, і це також серйозний, суттєвий удар по торговельним шляхам нашої країни. Хоча, ну, здавалося, якась там не такий значний відсоток, там овочі, зерно, але все ж таки, це наша економічна карта, і виривати кусок, ну, це немає ніяких слів, жах просто. Я с вами согласен, Виталий, полностью, но вопрос, а какова реакция правительства? Вот мы затронули энергетическую сферу. Они что, не понимали, что Россия будет пытаться уничтожить единственный работающий нефтеперерабатывающий завод в Украине? Понимали. Что они сделали? Вот если бы, условно говоря, вы были
президентом, а я премьер-министром, что бы мы сделали? Мы бы постарались развить сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов. Они у нас есть в Украине. И, в принципе, они поставляют определенное количество бензина. Но вот часть бы финансовой помощи, которую мы получали, потратили бы на то, чтобы закупить мини-нефтеперерабатывающие заводы в Европе с тем, чтобы та нефть, которая добывается, та нефть, которая у нас есть, потому что по-прежнему нефтепровод «Дружба» работает. И мы качаем российскую нефть в Европу в тех же объемах, что были до войны. То есть вот понимаете, деятельность правительства, да, они разрушили крупный завод, а мы постараемся создать сеть заводов, которые будут перерабатывать нефть, и у нас появится собственный бензин. Овощи, вы правильно сказали, оккупация Херсона, блокировка портов, да? Что бы мы с вами сделали? Да? Мы бы постарались наладить, увеличить переработку той же пшеницы, зернопродуктов в Украине. Ведь что получается? Мы экспортируем зерно, а сейчас мы его не можем в тех же объемах экспортировать. Что мы завозим? Продукты переработки зерна. Вы заходите в магазин, нет проблем с макаронами. Но где они в основном сделаны? В Европейском Союзе. Раз есть проблема с экспортом зерна, давайте постараемся создадим небольшие предприятия, да, в условиях войны за счет европейцев в Украине и будем и увеличим объем переработанного зерна, чтобы нам не надо было завозить макароны в этой ситуации, да, а чтобы мы могли на месте выпускать данную продукцию. Херсон, Николаевская область, да, есть та же Сандора, которые, ну, прекрасные соки выпускали. Сейчас из-за объективных причин сложно там, да. Ну, же не Булон, величезное предприятие, мы знаем, на Миколаївщині. Да. А Запорізька область, ну, такая же ситуация, как и Херсонщина. Да, но это данность. Вот мы не можем с вами ничего изменить. Но мы можем закупить опять-таки мини-заводы для Одесской области, для переработки помидоров и так далее. Да? Создавать новые производства, получая финансовую помощь, а не просто ее вот переводя в гривни и вот раздавать. Да? Это тоже важно там, пенсионерам. Да? Но с другой стороны, в условиях войны правительство могло бы вот концентрированно развивать те производства, которые помогут экономике. Да? Раз мы потеряли часть территории, временно, я уверен, но давайте будем развивать на других территориях производство, чтобы как-то компенсировать эти потери. То есть, знаете, война — это, конечно, огромная трагедия, но она дает возможность проводить экономические реформы. Она дает возможность интенсивно не только закупать гаубицы, да, но еще и производство для экономики, потому что никто не знает, сколько будет продолжаться война, а мы должны постараться помочь экономике, потому что без собственной экономики, знаете, пока мы просим много денег, что-то нам не дают, что-то дают, но все может быть. Поэтому мы часть этих денег должны тратить на модернизацию производства в энергетической сфере, в пищевой промышленности и увеличить объем собственного производства на подконтрольных Украине территории. И этим должно заниматься правительство. Теперь скажите, пожалуйста, когда правительство прогнозирует там, падение ВВП 20, 30, 40%, нужно ли нам такое же количество министерств, как было до войны? Как вы считаете? Нужно ли нам такое же количество высших учебных заведений, как было до войны? Ну, к сожалению, да, многие сейчас оказались на оккупированных территориях. Много молодежи уехало, много преподавателей уехало. Но имеет ли смысл провести реструктуризацию в высшем образовании или нет? Делает ли это правительство? Тоже нет. Понимаете, то есть, понимаете, ситуация сложная не только на фронте, но в экономике, в системе образования. И здесь нужно что-то менять. А когда мы видим, что, в общем-то, все люди остались на тех же местах, такое же количество министерств, замминистров, департаментов, но ведь ситуация поменялась, надо и менять систему государственного управления экономикой и регулирования. А этого пока нет. Пока вот все внимание сосредоточено на фронте, что опять-таки правильно, но реформа системы государственного управления должна быть. Вот мы слышим сводки, да, глава военной администрации, сколько там выстрелили, сколько сбили. Но к этому нужно добавлять объем
нефтепродуктов, которые получила область, объем нефтепродуктов, которые проданы на заправочных станциях. Понимаете, то есть это тоже часть экономики, это тоже основа нашей победы. У нас будет топливо, у нас будет логистика. Вот если ситуация не улучшится, что будет с сельским хозяйством Одесской области? Как будут вот выращенные помидоры, огурцы доставляться в город? Ведь понимаете, это же жизнь людей, жизнь области. Как будут те же макароны европейские попадать в села, если будет проблема с транспортом? Ведь это тоже очень важно. Но пока я вот не слышу конкретных слов, как ситуация будет улучшена и что будет изменено. А война должна поменять экономику тоже. Я згоден з вами, так, але я частково розумію і керманичів країни, чому не так багато інформації, яку ми бажаємо, розповідається. Тому що, на жаль, всю цю інформацію ну дуже так підступно використовує. Використовує ворог. Я сам в це ну не досить можливо там серйозно ставився, але ми бачимо, як за останні тижні ворог винищує. Ну, ми говоримо про це всю економіку. Склади з зерном винищують, склади з добривами винищують, там склади харчові винищують. Ми тільки щось будемо говорити, що ось давайте в іншому місті, ну не в Херсонщині, щось там робити, якісь логістичні центри, центри там сільгоспцентри. І завтра, завтра на наступний день, не дай Боже, туди летить ракета. Тому що в Україні, як ми і вчора побачили, на жаль, переконалися, немає повністю захищених місць. Південь, Захід, Закарпаття, на жаль, у агресора ще вистачає ракет, щоб знищувати, ну які там вже, я не говорю вже там про шляхи, про залізницю, так, про підстанції, просто ось такі харчові такі склади. І ось це прикро. Ми говоримо, і особливо ви говорите правильні речі, повністю згоден, але ми щось там намітили собі, а післязавтра туди летить ракета, і все. І немає. Немає там підприємства, складів. Ось нещодавно ми бачили, як там черговий завод палав там на Донеччині, на нашій території, ну і не на нашій, і на окупованій. І це все ну мінус. Це все такий суттєвий мінус по економіці нашої країни. Я лише констатую факт. Ви абсолютно праві, но как раз здесь вот именно децентрализация и развитие малого и среднего бизнеса, поэтому я подчеркиваю, мини-заводы, да, то есть как у нас был один нефтеперерабатывающий огромный и большая цель, да, а если их будет 200 по стране, да, как минимум 200 ракет они потратятся, их точно, что они потратят 500-600 ракет, то есть они полетят не вооруженные силы Украины, а на эти заводы. Если будут мини-заводы по переработке овощей, это еще несколько тысяч целей. Да? Пусть они потратят не 5 тысяч ракет, это будет дополнительно, и у них просто не хватит всего. И тем самым мы будем отвлекать их ракеты от наших вооруженных сил. Поэтому ну, тут децентрализация нужна, и вот развитие малого и среднего бизнеса в этом направлении, оно, опять-таки, не огромные нефтебазы, а пусть это будут небольшие, там, на 1000, на 2000 литров, да, опять-таки, их будет много, и, ну, их сложнее будет найти, и если они будут по ним стрелять, они потратят то, чего у них даже нет. Поэтому здесь децентрализация нужна, и именно за счет вот среднего бизнеса в этих направлениях мы можем и экономически помочь, и сделать цели менее доступные для врага. Анонсував я також розмову щодо економіки у наших сусідів, країни 404, як її називаю. Мене не зовсім цікавить, як вони там збираються виживати, це їх проблеми. А ось я на чому, пане Сергію, хочу закцентувати увагу. Обговорюється новий пакет санкцій, і як ми прогнозували, ну і це природньо, дуже важко наші європейські партнери приймають згоду щодо повного ембарго на нафту, на газ. Ми вдячні странам, які відразу на це погодилися, але ми розуміли, що в нас є як союзники, так і не союзники. Я маю на увазі там Угорщину, які за останні кілька років 100% підсіли на газову голку і не можуть злізти. Дайте рік, дайте два, дайте три. А з урахуванням підвищення цін
Путін тільки виграші залишається. Щодо цього питання я маю на увазі. Віталій, от я почну з останньої вашої фрази, з якою я абсолютно согласен. Знаете, ну, иногда европейцы и американцы, они ведут себя так, как лучше им. Чтобы вы понимали, что вот эти санкции, они, прежде всего, приводят к росту цен на энергоносители. И это очень выгодно высокотехнологичным экономикам. Эти санкции, они приводят к росту цен на продукты питания. Это очень выгодно богатым странам. Почему? Потому что, опять же таки, если европеец заплатит за буханку хлеба в два раза дороже, не евро, а два, и потратит на 10-15 евро в месяц больше, чем обычно, он не заметит это. Если в Европе и в США цена на нефть и на нефтепродукты вырастет в два раза, что и произошло? Это выгодно их экономике, потому что они как раз заинтересованы стратегически в том, чтобы потребление ископаемого топлива было все меньше и меньше, чтобы появлялись все больше и больше производств на возобновляемых источниках. Тот же зеленый водород. Там, энергия ветра и такие инши, мы разумеем. Да, зеленый водород, это вот сейчас то, чем занимается Европа. Это выгодно тогда, когда нефть дорогая, когда газ дорогой. И это приведет к повышению эффективности экономики, к более, созданию более чистых экологических производств и так далее. То есть это им выгодно. Мы не засуджуем их за это, ну это нормально. Нет, чтобы вы понимали, что эти санкции это не только вот помощь Украине, да? Это прежде всего модернизация экономики Европы и США. Опять же таки, добыча сланцевой нефти в США выгодно тогда, когда цена за баррель $50-$60. При цене $100 нефтяная промышленность Техаса, как и других регионов, развивается высочайшими темпами. То есть вот здесь экономическая выгода, прежде всего. Теперь касательно России. Россия, как ни странно, не пострадает от эмбарго. Я имею в виду путинский режим. Страна давно страдает. Почему? Потому что вот самая главная потеря России – это потеря интеллектуального потенциала. Потому что все разумные люди в России понимают, насколько данный режим, он вреден и стране, и людям. Да? Что делают сейчас Соединенные Штаты? Они открыли свою страну для ученых из России, для IT-специалистов и так далее. То есть эти люди… они покидают Россию и будут покидать. То есть интеллектуальный уровень общества российского, он постоянно снижается. И вот санкции, которые введены, они приведут к тому, что процент разумных людей в России будет постоянно снижаться. И подавляющая часть этих людей по разным коридорам покинет Россию. Но, к сожалению, путинскому режиму не нужны умные люди. Путинскому режиму нужны те 75-80%, которые особого образования не получали, которых, в общем-то, устраивала гнетущая атмосфера в России, которым нужна бутылка водки, буханка хлеба, колбаса. И велич России. Как вы правильно сказали, да? Так вот, чему привели к санкции? К тому, что высокотехнологичная продукция на Россию практически не поступает. Качественная продукция не поступает. Спрос на высокоинтеллектуальную рабочую силу снижается и будет снижаться. Поэтому даже вот в Узбекистан уезжают россияне, потому что в Узбекистане лучше сейчас, чем в России. Но от этого режим Путина не станет слабее, а наоборот, потому что чем меньше умных людей останется в России, тем больше процент тех, кого мы называем люмпеном, которые вот реагируют на то, о чем вы с вами говорили. Им больше ничего не надо, им хватает экрана телевизора с пропагандистками. Поэтому санкции, к сожалению, не сделают Россию слабее. А наоборот, учитывая, как я уже сказал, что интеллектуальный потенциал страна потеряет, но танки, гаубицы и то, что они уже производят, они будут производить. То есть произойдет то, что стало с Северной Кореей. Скажите, пожалуйста,
Корея давно находится под более сильными санкциями, чем Россия. Стал ли режим Северной Кореи слабее? Нет. Любой здравомыслящий кореец, если у него есть возможность, он покинет страну. Но те, кто остались, они поддерживают режим. То же самое было с Ираном. Поэтому вот сказать, что ситуация в России станет хуже для этих 75% населения, у которых потребности минимальные, я не могу. И здесь не надо так особо радоваться европейцам, вводя новые санкции. Проблемы будут в том числе для Украины. Вот смотрите, нефтепровод «Дружба». Если ведут эмбарго на покупку российской нефти, Россия будет продавать меньше нефти, процентов на 30. Но за счет более высокой цены, которая 100 и выше баррелей, они будут получать больше, как вы правильно отметили, чем было, когда они продавали больше нефти. То есть для России, если бы Европа сказала, мы купим у вас в 2-3 раза больше нефти, для России это было бы убийство. Это бы уничтожило Россию. Почему? Потому что если предложение нефти возрастет, то цена будет не $100 за баррель, а 30. Во время ковид-пандемии цена была 20-25. Были моменты, когда цена на нефть была вообще отрицательная, потому что было много нефти и низкий спрос. И это как раз убийственно для российской экономики. Советский Союз развалился в 1991 году, потому что цена барреля нефти была $10. Вот если цена будет 20 либо 30, России через полгода не будет. Если цена будет 100, но при этом Россия будет продавать на 30% меньше нефти в Европу, но при этом будет продавать в Индию, в Китай, в страны Африки. Ведь что происходит? Когда европейцы покупают меньше российской нефти, они покупают больше нефти из других источников. Значит, для других стран нефти будет меньше, и они вынуждены покупать будут у России по той высокой цене, которая есть. Поэтому здесь, опять же таки, политика ограничения предложения нефти, она, к сожалению, играет в пользу России, которые из-за высоких цен, и учитывая, что эмбарго в мире не будет на российскую нефть, потому что Китай, Индия, они не присоединились и не присоединятся к этому, высокие цены позволят получать валютную выручку и позволят закупать вот те товары, которые нужны для этих 75-80%. Это в основном будут китайские товары, китайская электроника, китайские автомобили и так далее. Но вот для простого обывателя в средней полосе России этого будет достаточно, плюс бутылка водки, которой в России хватает. Поэтому они, к сожалению, наверное, будут существовать еще определенный период времени, если вдруг не случится вот переворот на уровне вот руководства страны, что теоретически возможно, но на практике, в виде окружения Путина, я думаю, что эти люди не способны ни на что, ни на переворот, ни на что. Не настолько деградировали за 22 года правления Путина, вот эта вся элита, что они значительно хуже, чем те, которые были при Ельцине и при Советском Союзе. Это, в общем-то, маразматики. И Лавров это показал несколько дней назад. Ну, не буду называть, кем я его считаю, но это не цензурные слова. Ну, мы всі погоджуємося. Я ось просто перерахував кількість головних особ в оточенні президента Російської Федерації. Так, це вже такі літні люди, в яких вже не так багато місців залишилося, але є ще відносно молодий Дмитро Медведєв, який вже побув президентом Російської Федерації. Це такі були часи, коли його називали лібералом навіть, хоча війна в Грузії, остаточне погіршення відносин з Україною ще тоді Віктора Ющенка. А зараз це відносно молода людина, але геть відбита. Ми чуємо риторику її, і ми шкодуємо, що йому лише там, що він дуже відносно молодий, скажімо так. Я не очікував, що я скажу це в ефірі, але це ворог, і нічого хорошого про цих людей ми сказати не можемо. Ну, і про Медведєва я не можу сказати, що він умний чоловік. Ну, так, це колись... Очень сильно вместе со всей путинской элитой. Сергій Олексійович, дякую за економічний дайджест. Як завжди, жорстко, справедливо. Ми подискутували, це правильно.
Чекаємо на позитивні новини, перш за все, все ж таки з фронту, тому що багато що вирішується там. Ми бачимо, що дипломатія працює, але домовлятися, відверто кажучи, ні з ким домовлятися, я маю на увазі схід, те, що схід і північ від України. Будемо сподіватися, що Україна вистоїть дуже важко, але іншого варіанту немає. Дякую, Сергію. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам. Спасибо.